Приветствую всех любителей активного отдыха, а также школьников и студентов, которые 1 сентября собираются на учебу, и родителей, которые их собирают. В этом видеосюжете я хочу вам рассказать про самый популярный в мире рюкзак от компании Fallen Run по названием Kanken. Чем же достиг этот рюкзак такой астрономической популярности? На это есть несколько причин. Первое, это очень качественный материал. Он очень плотный, в то же время он легкий и водонепроницаемый. Это самый износостойкий материал, который я видел во всех рюкзаках подобного класса. Почему был выбран этот материал? Компания Fallen Run. Это аутдорный бренд, который производит снаряжение для и экипировку для похода в горы. И если в горах что-то, где-то какая-то лямочка оторвется или что-то протрется, сломается какая-то фурнитура, то это очень-очень плохой знак. Поэтому надежность и долговечность – это первое, за что потребители полюбили этот рюкзак. Второе – это его мега интересный функционал. Рюкзак можно носить как сумку отдельно, так и рюкзак на плечевых лямках. Причем эти плечевые лямки сконструированы таким образом, что не способствуют развитию сколиоза. Все ходят с этими рюкзаками, с ровной спиной. Он не способствует тому, чтобы вы скручивались. Вот у нас есть специальные кнопочки, мы их отщелкиваем. Эти кнопочки, кстати, брендированы. Вот у нас наш писец. И мы можем выбрать нужную нам длину лямок и носить рюкзак. Вот примерно вот так это выглядит. Видите, вот я стою, рюкзачок сидит на мне ровно и спина ровная. Теперь посмотрим рюкзачок крупным планом. Так сказать, сделаем анбоксинг рюкзака. Я специально заполнил рюкзак множеством вещей, чтобы мы могли посмотреть, насколько функциональный именно такой прямоугольный дизайн. Это тоже одно из его преимуществ, потому что он не похож на классические рюкзаки. Он вот такой у него практичный и надежный дизайн. Практичность и надежность. Итак, посмотрим рюкзак ближе. Вот мы достаем вещи, которые вмещаются в этот рюкзачок. Еще раз повторяю, что благодаря этому прямоугольному дизайну у него очень большие показатели по вместимости. Вот так это выглядит. Да? Также ко мне в рюкзак сюда влазит 13-дюймовый, довольно тяжелый и большой по размеру ноутбук. Это не Apple, который тоненький и легенький. Это я вам все показываю насчет его вместимости. И в комплекте к рюкзаку идет специальная сидушка, когда вы между парами будете на ступеньках сидеть с вкусным бутербродом или кофе, то этот коврик не даст вам замерзнуть. Ну или где-то вы будете гулять, вы садитесь, и вам тепло в любом месте. Посмотрим рюкзак еще ближе. Вот у нас лямочка от сумочки, которая держит его. Здесь очень мега все надежно. Внутреннее покрытие, вот такое оно, гладенькое. Наш логотип.
Кстати, логотип это цветоотражающий, и он очень-очень многим нравится. Прям такая Fallen Raven Kanken Mania. Все любят этот кружок, как в свое время все любили кружок на кедах Converse. Но я немного вот такую аналогию сопоставляю. Ну и как значок Apple любят, то есть это очень прикольно смотрится, многим нравится. Дальше поехали. Посмотрите, змейка у нас защищенная. То есть вот у нас идет змеечка, и она закрывается сверху, что самой змейки не видно. Это придает и эстетически красивый вид, и практически. Змейка у нас по всей длине рюкзака. Ничего не защелкивается. Очень такая качественная змейка. Далее, поехали. Как я уже и показывал, здесь у нас внутри место для ноутбука и карематика. Все. Больше никаких отсеков и карманов внутри нет. Все очень просто. Мы имеем два боковых кармана под бутылку воды, либо еще под какие-то вещи. Один боковой карман и второй боковой карман. И также у нас есть вот такой кармашек на змеечке. Вот мы его откручиваем. И туда тоже много что влазит. Но сейчас посмотрим. Ну, к примеру, два чехла от очков влезут или не влезут. Сейчас посмотрим. Нет, не влазит. Ну, значит, для каких-то мелких вещей. Вот так работает этот кармашек. Так, ну и конечно, что хочу еще сказать. Рюкзаки есть во многих цветах. Черных, желтых, синих. Все эти цвета есть в нашем магазине Катранган. Обладая такой мега популярностью, конечно, рюкзаки изготавливают поддельные компании и продают дешевле, чем стоит оригинальный рюкзак. Что сказать по этому поводу? Как отличить оригинал от подделки? Приходя в наш магазин Катранган, это 100% оригинал. А если цена кусается, ссылка в описании. Telegram 2018, можете заказывать через сайт, и у вас будет скидка 10%. На неоригинал не тратьтесь, не тратьте ваше время, потому что теряется весь смысл этого рюкзака. Потому что главный посыл этого рюкзака – это долговечность. Вы его один раз купили, и он с вами до конца учебы. Если вы покупаете подделку, вы наступаете на те же грабли, что и со всеми другими рюкзаками, которые вы будете каждый год или полгода покупать новый. Второе – это же, конечно, уникальный дизайн-функционал сумки рюкзака. И прямоугольный дизайн, благодаря которому у рюкзака появляется максимальная вместимость. До новых видеосюжетов, до свидания, увидимся на канале.